все мои бесконечные эксперименты с питанием сейчас привели примерно к такой диете. В основном это фрукты, сухофрукты, орехи, семена, семечки. Семечки, если так невкусные, размачиваются и отправляются в блендер смузи вместе с фруктами. Дальше овощей ем сейчас мало, потому что они дорогие зимой. Но иногда ем немножко. Из невареных отказался от размоченной гречи, потому что она не сырая. Есть вариант, можно зеленую гречку размачивать, тоже отправлять в смузи. Еще добавляю из несырых продуктов. Это соевое мясо, без него плохо себя чувствую. От него не могу отказаться. Ну так, немного грамм по... Сколько там? По 100, что ли, в день. Да, даже поменьше. Ну, примерно по 100. Вот и все, никакой соли, никаких там глюконатов натрия, никаких приправ, вот этих всех кетчупов. Тем более вареные пищи.